Добрый день, дорогие друзья! Вот этот видеообзор будет о сугробах в Барнауле. Вот смотрим, как намело у нас. Отсюда и до сюда. А вот теперь смотрим гараж. Вот теперь гараж. Представляете, сколько он высотой? А вот теперь смотрим сугроб. Высота сугроба. Вот тоже одноэтажное заброшенное здание. И вот какие сугробы здесь. В этом году у нас снега много в Барнауле. Зима снежная. Насыпало очень много его. Даже на аллейке вот здесь у нас, смотрите, метровые сугробы. Вот тоже там внутри гараж стоит, пол гаража. Вот здание высокое, половина здания занесена. Снег — дело хорошее, но когда его сильно много, тоже не очень. Я представляю весной, когда все потечет. Рубь за 100 даю, дренажные системы Барнаула не работают, они в добрые-то времена не работали. Их и не чистят никогда. Так-то лужи были, когда малоснежная зима. А в этом году, я думаю, мы в Барнауле поплывем. 100% вам даю, что поплывем. Поэтому, дорогие друзья, покупайте резиновые сапожки, кто в Барнауле живет. Потому что в такой обуви, я думаю, ходить нецелесообразно будет. Вот, кстати, тоже сугробик такой. Так что вот такая у нас зима, зимушка. Сегодня 1 февраля, последний месяц зимы. Смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кнуч «Путешествия автомобили». Подписывайтесь на мой канал. А вот аллея у нас красивая такая здесь, Барнауле. Идем дальше. Тут тропинка такая маленькая. Ну, в общем, снега хватает. Воды будет много. В принципе, снег тоже можно продавать кому-нибудь. Только вот кому и как его возить. Продавать можно. О, сообщение с одноклассников пришло. Ну, это вот аллейка. Ну, тут поменьше вроде бы как бы снега. Но тоже хватает. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кнуч «Путешествия автомобиля». Подписывайтесь, следите за новыми обзорами. Всего доброго!